Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Лена Кисель, и мы на конгрессе «Жизнь до и после». У меня сегодня замечательный гость Александр Удалов. Здравствуй, Саша. Привет, Лена. Я по традиции наших гостей коротко представляю. Если у тебя будут какие-то замечания, дополнения, пожалуйста, ты меня дополни. На нашей страничке ты пишешь, что ты исследователь возможностей человека, нетипичный путешественник, мы сегодня об этом поговорим, любитель случайно неслучайных пересечений жизненных путей, кармических встреч и новых знакомств. Такое вот необычное представление, хотя, Саш, ты психолог, ты сейчас пишешь кандидатскую, ты еще и путешественник. И ну, уже все рассказала про меня, можно заканчивать. Да, ты такой необычный путешественник, и мы сегодня об этом поговорим, не только вовне, но и вовнутрь. И да, поехали сразу прям. Ты путешествовал. Ты путешествовал долго, и ты путешествовал необычно. Ты путешествовал, ну, во-первых, без денег. Вот. А во-вторых, ты в этом путешествии работал со страхом, с преодолением своего страха. И расскажи нам, пожалуйста, об этом опыте. На предварительной встрече ты мне рассказывал, что да, страх — это основное такое препятствие для развития человека, что мы себя так гарантиями некоторыми как бы, да, защищаем. И ты решил нарушить эти рамки, эти границы. Как это началось? Что это за 4 гарантии? И там уже я по ходу дела буду уточняющие вопросы задавать. Хорошо. Смотри, я сразу скажу про страх сначала, да? Прозвучало, что страх — это наш тормоз. Вот когда я отправился в свое путешествие, а путешествие мое было не просто путешествие, почему я не типичный путешественник? Потому что я не путешествую для того, чтобы что-то посмотреть, отдохнуть, а путешествие является инструментом для моих экспериментов, да? И вот этот эксперимент со страхом, Значит, про страх. И когда я начал вот свой этот вот эксперимент, то я считал, страх — это главный тормоз вообще нашего развития. Потому что на своих тренингах, на своих консультациях, после них я замечал, что люди какое-то время движутся вперед за счет вот активации на том же тренинге, да, а потом начинается опять торможение или медленный откат назад. И проведя определенную статистическую работу, я вместе со своими такими же психологами и тренерами, мы вместе выяснили, что вот этим тормозом этого развития является страх. И мы так вот четко себе поставили установку: страх – это тормоз, и больше никак быть не может быть. А если он тормоз, то и с этим тормозом что-то же нужно было делать. И в этот момент была задача какая? Ну, либо сесть теоретически, начать все это изучать, либо практически понять, что такое страх, какова его природа, как с ним можно взаимодействовать и как можно его силу использовать на пользу себе. Отсюда, собственно говоря, и началось развитие вот этого вот эксперимента и вообще всего этого путешествия. Да? Значит, вторая задача была понять, что нас защищает от страха, вот что такое вот прям есть, что нас всех защищает от страха. Провели еще одну статистику, опросили массу людей, выяснили. Назывались разные варианты. Людей, мы все разные, поэтому каждого человека от страха что-то свое защищает. Но нужно было то, что подходит любому человеку среднестатистическому, да? А получилось 4 составляющих. Первое – это деньги. Второе, когда человек представлял, вот, ну, нет у меня денег, что второе? Второй человек говорит, о, ну, мне нужно так, я могу тогда договориться, если денег нет. Второе было коммуникация. Третье – это наличие различных вещей, которые нас защищают. Там, от холода,
теплые вещи, да, там, например, от дождя тот же зонтик, то есть различные вещи. И четвертое – это наша некая такая плановость, наша некая маршрутность. Мы знаем, когда мы проснемся, где мы завтракаем, с кем мы ужинаем, как мы проводим выходной, куда мы идем на работу, где мы получаем деньги, где мы не получаем их. То есть у нас есть вот такие вот четкие планчики, маршрутики, и все классно. Вот это четыре составляющие, которые все указали из запрошенных среди массы других вариантов, что их защищает это от страха. И дальше из этого уже появился эксперимент. Я подумал, что если просто сидеть и ждать, когда будут возникать такие ситуации, что хоп, не стало денег, или раз, я не могу как-то коммуницировать, или ой, у меня какой-то вещи нет, я не могу ее приобрести. Это будет очень долго. Поэтому нужно было создать искусственно условия, когда все эти четыре гарантии убираются напрочь из жизни. Деньги было убрать просто. Да? Убрал их наличные, убрал карточки. Дальше убрал звонок другу. Да? В путешествии у меня не было, кстати, телефона, лишние же вещи тоже убирались. Еще для усиления, чтобы было еще страшнее, да, я вот так убрал деньги, убрал карточки. Страшно-страшно, да. Но надо же это усилить, усиливаем. Усилил тем, что я предполагал, что я буду двигаться. И по мере продвижения я, по сути своей, могу уже где-то подработать. И все. Но это сразу же в мозгу включает такую подпиточку. О, классно, значит, можно не переживать. И страх сразу уменьшается. Поэтому еще одно условие относительно денег было. Я не подрабатываю ни при каких условиях. И четвертое, что касалось денег, это было еще одно усиление, да, чтобы было совсем страшно. Это я не прошу деньги ни у кого. Именно деньги. Не что-то там материальное, а именно деньги. Вот это то, что касалось денег. Дальше. Для того, чтобы выполнить условия отсутствия коммуникации, что нам нужно? Нам нужно оказаться там, где мы не можем ни с кем договориться. Люди есть, а договориться не можем, потому что они говорят на других языках. А на мое счастье, я на тот момент знал только один русский язык, ну, по крайней мере, договориться я мог только на нем. Поэтому можно было идти смело в любую ближайшую страну и оказываться в состоянии некоммуникации именно на уровне слов. С вещами было тоже просто. Одел на себя комплект одежды, в рюкзак положил комплект одежды. Все. Никаких там лекарств, никакого там телефона для звонка другу, да, чего там еще, ножичков, фонариков. Такое вот, что мы обычно берем в поход, не было ничего этого. И запаса сухарей тоже не было на случай. И четвертое, вот с этим у меня в первый момент возникла такая загвоздка. Я думал, подожди, а как же убрать вот эту плановость и маршрутность? Да? Цикл природы-то продолжается утро, день, вечер, утро, день, вечер. Да? И я понял, что самое главное в путешествии – это маршрут. Мы когда едем куда-нибудь, мы всегда знаем точку, куда мы прибудем, да, мы знаем там, вот гостиница, здесь мы остановимся, вот здесь мы будем там, не знаю, на пляже, вот сюда мы пойдем вот эту достопримечательность смотреть. Значит, нужно было это убрать. И в моем маршруте была только одна точка. Это Омск, город Омск, откуда я стартовал, то есть точка старта и точка финиша. Все. А мне было без разницы, так как я убрал плановость и маршрутность, то значит убралось время, без разницы, сколько я буду двигаться из точки А в точку А. Мне не важно было, какие я страны посещу, буду ли я идти вот какими-то такими вот волнами, кругами, какими-то там штрихами, было не важно. Все, маршрут убрали. Вышел из точки А в точку А вернуться. Когда? Не знаю, когда-нибудь. Вот. Все, четыре условия убрались. Собственно говоря, вот на тот момент установка того, что страх – это тормоз, она была ключевой такой. То есть я шел для того, чтобы понять, как убрать вот этот тормоз из жизни человека и как помочь другим людям, так как я психолог и тренер, помогать другим людям вот этот вот тормоз из своей жизни убирать. Когда я завершил свое путешествие, я пришел к выводу, что страх на самом деле является нашим газом,
ну, условно говоря, да, если взять педаль газа и тормоза, да, вот я думал, что я давлю на тормоз, когда появляется спад. На самом деле, как и если вот взять управление машиной, да, на самом деле здесь нет противоречия. Страх является газом или тормозом в зависимости от одного условия, от нашего выбора. Когда мы оказываемся в ситуации страха, я сейчас не говорю о страхе, вот иногда могут появиться такие вот заблуждения, что ну страх, а если там дикий зверь выйдет? Вот я говорю сейчас о страхе, который свойственен всем нам, кто живет в социуме, да, то кто коммуницирует. Это такой социальный страх, когда нет реальной опасности, но мозг начинает транслировать нам, а вдруг что-нибудь, а если получится вот так? То есть это больше не страх, а такая тревожность. Мы называем это страхом. Так вот, получается, когда у нас возникает вот это состояние страха, то у нас есть выбор. Либо пойти за страхом, как за тормозом, либо пойти и использовать страх, как газ. То есть страх, он либо нас тормозит, и мы остаемся, условно говоря, сидеть на диване, либо он нам говорит: привет, я пришел, у тебя есть возможность сейчас совершить подвиг и продвинуться в своем развитии. Вот. Это вот классный такой первый, самый главный вывод из всего путешествия. Ну вот ты говоришь и показываешь даже, во-первых, этот выбор, ведь большинство людей как раз и не чувствует этого выбора, как раз когда на них страх нападает, у них первое, что ощущение, что нету выбора, то есть у них вот отпадает вот эта вот конструкция, да, в психике, что да, или так ты можешь сделать, или так, и, собственно говоря, еще третья сторона, которая выбирает, да, некий наблюдатель, который... ну, как бы ведет беседу сам с собой и выбирает, куда я пойду, налево или направо. А обычно все схлопывается или, наоборот, разносится там, я не знаю, во все стороны. Вот ты в процессе путешествия как раз выработал, то есть это была такая практика, я так понимаю, и нашел вот эти компоненты в своей психике, или как это происходило? Как с нормальным человеком. Я нормальный человек. Меня на самом деле накрыло по полной программе еще в процессе. Самое интересное, что я был самым первым человеком, который не верил, что это возможно. Что вообще мое путешествие вокруг света вообще на таких условиях состоится. Я это первый, вокруг света, мы уточним. То есть ты пропутешествовал вокруг света. Да, я обошел вокруг света, это заняло примерно где-то год. Я посетил более 60 стран. Я ехал без денег реально, да, без знания английского. Ну, потому что английский чаще всего, без знания прежде всего английского языка, остальных вообще никаких не было, да. Без вещей, без плана, без маршрута такового. Понятно, что он какой-то на один день, может, возникал. Вот, и... вышел из точки А, вернулся в точку А. Ну так вот накрыло. Расскажи, вот расскажи не тот уже результат, который ты получил в конце, а что ты делал, когда накрывало, и не было вот этого выбора или ощущения этого выбора. Вообще никого не было, кроме страха. В связи с тем, если бы я был обычным путешественником, да, я бы шел бы и шел бы, и что-то там происходило. В связи с тем, что это был эксперимент, мне приходилось в этом своем путешествии отрабатывать за двоих. Я был сразу и тем, кого исследую, да, и тем, кто исследует. И поэтому во время пути моя задача была, я вот даже думал, как бы придумать такой аппарат, типа, знаешь, как камеру такую вот на штативе вывести, чтобы она всегда вот висела, чтобы видеть-то вот себя. Потому что когда страх приходит, он сразу отражается чисто через тело, через выражение лица. Но такого штатива не было, в общем, такой камеры у меня не было. И поэтому мне приходилось, забывая периодически про это, а все-таки вспоминать. И сначала это было нормально, то есть появляется состояние страха, я в него сразу выпадаю. Я начинаю проходить все этапы, которые мы проходим страха. Да? Значит, что начинается? Если каждый из нас начнет отслеживать, то он отследит то, что у нас начинается, да, у нас начинается сбиваться дыхание,
У нас начинается подтряхивание тела, нас бросает в жар или в холод, а мы начинаем сжиматься, напрягаться, у нас начинается вот такое вот сжимание тела, убегание такое в защиту, да. Плюс процессы биохимические внутри, когда вот это все запускается, они вот эту всю реакцию дают. А дальше самое интересное, если все это отслеживать. Ну и затрясло нас, да, ну вот сидим мы и трясемся, да. Это бы было вообще не элементарная ситуация. Ребята, элементарно, сидите, трясетесь. Элементарная. Нет, я сейчас расскажу, как решаются эти каждые отдельные кусочки, да. Но вслед за вот этой элементарной ситуацией, чисто биохимической, которую легко можно успокоить через дыхание, включается великий и могучий наш ум. Потому что идет? Вот сначала же у нас как? Как я буду в этой ситуации? Дальше пошла. Нас затрясло, нас напрягло, нас сжало. А дальше включается ум. И он начинает видеть. Все пропало, ничего не получится, что бы ты ни делал, все, ну, считай, ты помер, там еще что-то, еще. И уже мы не столько чувствуем вот это вот свое потряхивание, сколько мы начинаем подкидывать, подливать масло в огонь, подкидывать дрова в костер, и мы вот этот страх начинаем увеличивать за счет того, что включаем мыслительный процесс. Поэтому теперь по всем этим вот пунктикам, да, проходя. Первое, что я для себя открыл, и после я вернулся, когда начал читать литературу других исследователей страха, все сходятся на том, что первый вот этот вот вариант, когда только страх возник, и когда мы еще ум не включили, он вообще на самом деле прост для того, чтобы его снять. Он снимается через то, что мы приводим все, что у нас стало не таким, в изначальное состояние. У нас стало что не таким? У нас сбилось дыхание. Значит, нам нужно замедлить дыхание и привести его в ровный ритм. И это самое классное, что мне в пути всегда помогало. А когда я вот этот весь механизм отследил, я сразу же, если я успевал отследить, что во мне началась реакция страха, я сразу же останавливался и начинал просто спокойно дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дыхание уравновешивалось, а мозгу поступал сигнал, что у нас все в порядке, биохимия выключалась, а в этот момент важно было не начать говорить себе всякие глупости. Вот. И состояние уравновешивалось, но ситуация никуда не уходила, и ее нужно было решать. А для этого был уже вот этот выброс, который произошел, да, вот этого напряжения. И, соответственно, второй шаг, вот после того, как я уравновешивал дыхание, мне нужно было сделать какое-то действие, элементарное действие, да, если я боялся, ну, например, самое там такое простое что-нибудь возьму, да, я в чужой стране, я просто вот хочу пить, да, я вдруг вижу человека, я знаю, что я сейчас у него могу попросить попить, вот он дом, у него там колодец, даст он мне, конечно же, воды, но мне нужно подойти, я думаю, как же я буду говорить, я не знаю его языка, и я понимаю, что у меня вот это началось, все сжимается, все, я такой, вдох, выдох, и дальше я совершаю действие. Я для примера просто привожу, на самом деле в каждой ситуации есть какое-то действие, которое нужно совершить чисто телом, чтобы сбросить вот это вот то, что включилось. Все, напряжение сбрасывается, да, я пошел, и я уже подхожу к этому человеку, и я начинаю без всяких вот этих вот каких-то между нами препятствий в виде моего мандража, в виде моих мыслей разговаривать, потому что мое дыхание успокоилось, мысли я не начал накручивать. И все. И он мне говорит, попить, да ты что, заходи, я сейчас тебя еще накормлю, потом я тебя спать уложу, потом еще своих родственников приглашу, и еще я неделю потом у них там живу. То есть, ну, вот это реально какие-то ситуации. Вот. А если я остаюсь, вот, а да, и вот опять включается, да, страх тормоз или газ, да, вот в данной ситуации. И я не могу с ним. Ну ладно, пойду я. И я пошел. Все, да? Все, соответственно, да, сам себе создал преграды и препятствия.
ответил на вопрос. Или что-то еще там? Да-да, нет, все хорошо. То есть дыхание, сначала вот эту биохимию успокоить, потом сделать какое-то первое движение, самое простое. То есть движение, ты не думаешь еще о том, что, а как я скажу, а что я скажу или не скажу. Просто приблизиться, вот это движение вперед, а дальше уже ты в ситуации находишься. Все или как-то еще какой-то момент, всего лишь там два момента, или мозг все равно включается, да, через какое-то время он все равно начинает, ты уже начал коммуникацию, а он вдруг там последующая волна, или он успокаивается. И я так предполагаю, что это ты не сразу так овладелся своим. Нет, я это уже говорю, ого-го, сколько прошло. То есть, вот я сказал, что вот я выработал вот этот экспресс-метод чисто вот, когда ты сразу отлавливаешь, самое простое, включить дыхание, ну и потом начать действовать. Потому что, когда ты успокоился и начал действовать, ум не включается, то, что ты уже ушел в коммуникацию, у тебя уже другой интерес, уже не до этого. Uh-huh. Подойду, не подойду, уже подошел, процесс пошел. Если это состояние затягивается, да, uh-huh. то есть тебя уже трясет, и ты уже начинаешь вот здесь накручиваться, да, uh-huh. вот, то здесь получается так, что ты уже, у тебя уже больше надо воды, чтобы этот костер залить, да. Uh-huh. Вот. Здесь вариант такой. Ситуация опять, видишь, ситуация опять разная. Вот одного какого-то решения, когда уже огонь горит сильно-сильно, как такового сложно найти, потому что это все равно некая через волю получается идет, да? Так как я был исследователь и исследуемый, да, то мой исследователь вдруг включался и говорит: что происходит, машина не останавливается, так я уже сколько накрутил, что, ну вот для примера просто, да, я стою на обочине, и машины мимо меня проезжают, не останавливаются. Вот, я такой думаю, что происходит, почему они не останавливаются? И тут я, мой исследователь говорит: давай посмотрим, о чем мы думаем. Я вот момент стою, мало того, что я стою там, да, меня трясет там, я волнуюсь, плюс у меня мысль такая идет: да они не остановятся. Тут место неудобное, обочина узкая, машина, если заедет, она съедет сразу же и упадет. Никто не остановится. Соответственно, что получается, да? Мало того, что я сам боюсь, я еще другим страх транслирую. Машина едет, и она хочет остановиться. Я уже вижу, водитель мне улыбается, и вдруг раз, он мимо проехал. Я: что такое? А я ему вот кричу вот этим своим страхом, вот этот вот, вот этим вот полем, да? Все мы вот хотим мы этого, не хотим, мы все равно состоим, наши тела, да, все пространство, оно состоит вот из этих волн, и на уровне волн вот это состояние страха перед этим человеком, и ты говоришь: о, классный парень, дай-ка я остановлюсь. Чё он там мне вещает? Не-не-не, здесь обочина узкая, не останавливайся. То есть ты вообще такой сторонник того, что мы очень-очень хорошо можем протранслировать другому, он даже вот на расстоянии свои какие-то состояния. Да, ты знаешь, даже если бы я не был таким сторонником, то после своего путешествия я столько получил подтверждений этому, как мы можем быть сонастроены, не сонастроены, как мы синхронизируемся, как мы транслируем свои состояния, как люди нас считывают. Давай немножко попозже об этом поговорим, потому что у меня был такой вопрос, вот это энерго, как бы информационное поле, да, единство его. А сейчас у меня еще такие уточняющие вопросы к путешествию. Вот какая из этих гарантий была самая сложная для тебя? Вот недостаток денег, недостаток коммуникации и так далее. Интересный вопрос, слушай. Какая была сложная? Где страх как бы проявлялся вообще по полной и сверхполной? Я думаю, что они все-таки где-то были на равных. Но смотри, сначала, когда я выдвинулся, да, для меня главнее был страх отсутствия денег, потому что я, выдвинувшись из Омска, достаточно какое-то продолжительное время двигался по территории России, и коммуникация вообще никак не мешала, да, люди говорили все по-русски, и можно было разговаривать. Вот. Было лето, был июль месяц, середина июля месяца, 12 июля, теплый. Наличие вещей меня тоже никак не смущало.
в маршрут, ну, я примерно двигался в сторону Атомска, например, в сторону столицы примерно двигался. То есть, ну, мой путь намечен был так, с востока на запад просто, двигаться и двигаться. Поэтому, ну, наверное, больше всего деньги. Когда я переместился за границу, я уже понял, вот за этот отрезок по России, я понял, что деньги это на самом деле не главное. Потому что, как оказалось, вот на первое место по главности страха появился еще один пункт, который мне все говорили. Они говорили, ладно, ерунда, денег у тебя нет, ладно, тебя там подвезут, ладно, там вещи какие-то у тебя есть, ну и маршрут для тебя не важен, потому что времени нету ограничено. Ай, кушать. А если у тебя не будет еды, ты же умрешь. И вот тут появился другой пункт. Первый пункт вот этот вот, да, что есть. Что есть. Да, и поэтому, это, ну, в общем, как бы это вот как-то вот отделилось от пункта денег и стало вот это. Но... Да, самый базовый потребность, то есть еда, да. И все боятся, и я думаю, что и даже сейчас в ситуации, по сути дела, люди боятся, что я буду есть. Да, и где вот крыша над головой? Такие два момента, уже прям дальше и глубже некуда нашей экзистенции, да, нашего существования. И да. Как ты, да, как вот ты... Вот смотри, немножко у меня, видишь, у меня немножко была ситуация все-таки, я двигался среди разных людей, да, в этот момент, и состоятельных, там, и несостоятельных. То есть с разными людьми я общался, как с бомжами какое-то время жил, так и у миллиардеров в Новой Зеландии гостям. Поэтому спектр большой был общения. Вот смотри, на самом деле с едой что происходит? Мы очень сильно боимся этого, потому что в нас это на уровне инстинкта самосохранения. И когда я оказывался где-то в коммуникации с другими людьми, и они понимали мою ситуацию, а в них отражалось, вот просто зеркалило вот это мое состояние, и они у них тоже включался этот инстинкт. Они говорили, стоп, а как же без еды, давай-ка мы тебя накормим. И даже те, кто, казалось бы, как бы вот, ну, не очень одобрительно ко мне относились, они все равно сразу же старались меня как-то накормить. А в случае, когда я, например, оказывался там, среди тех же бомжей, у них все равно там были свои какие-то запасы, они говорили, о, у них самих еда вроде мало, да, должно быть. Они говорят, не, его надо накормить, он там неизвестно откуда идет, неизвестно, когда он там где поест, давайте-ка его накормим. И еще с собой каждый норовил дать. Я по первости, когда, вот про еду скажу, интересно, когда я брал по первости, да, ну вот на первых три дня, между Омском и Москвой, я через три дня у себя в запасах имел два больших пакета еды. Я подумал, стоп, Саш, брать больше не надо, потому что если еще так продолжится, то я потом вагончик такой за собой буду тащить с едой. Вот, то есть вот этот вот инстинкт самосохранения, он включается сначала как страх, а потом в других людях. Все, во всех странах одинаково. Все первым делом старались накормить. Независимо от того, что у них было. Кусок хлеба там или что-нибудь там, икра красная. Да. Удивительно. Так трогательно, потому что это вот соприкасается с тем, о чем ты говорил до этого. То есть если мы транслируем страх, да, то люди его считывают. А здесь, но это пересекалось, то есть помогали даже если ты был в состоянии страха или если ты был в таком спокойном состоянии, но была, как бы просвечивалась эта экзистенциональность. Вот смотри, с едой я потом уже проанализировал, потому что я иногда встречаясь с другими какими-то путешественниками, автостопщиками, разговаривал, и они говорили, странно, как так, ну, тебя как бы все кормят. Они говорили, нас кормят, когда критическая ситуация, да, а не так, что все подряд. То есть вот, по сути своей, я понял, что мир не погибнет. Мы все равно в критической ситуации будет включаться вот эта взаимопомощь и взаимовыручка. Но у меня был вот какой плюс. Я до того, как отправиться вот в этот свой эксперимент, у меня до этого раньше были
эксперименты того, что я занимался там очистительным голоданием, и я знал, что человек может день, два, три обходиться нормально без еды. Вот. И у меня не было мысли, а вдруг я останусь без еды. Эту мысль мне принесли по дороге люди, они говорили, а что же ты ешь? А я говорю, ну вы же меня кормите вот сейчас. Они такие говорят, ну это мы, а другие. И это говорил каждый человек, который кормил. Ну и плюс еще были моменты, когда я где-то двигался, и там росли яблоки, например, ежевика росла там. Под ножным кормом. Да, пока вот лето. Да, пока лето, вот пока лето. А дальше, то есть когда уже лето перестало, и тут, наверное, другой страх включился, вот этого холода или... Холода не было. Холода не было, потому что, вот смотри, я вдруг географию вспомнил во время своего путешествия. У нас же в разных полушариях разное время года, да? Когда здесь лето, там зима, когда там зима, здесь лето. Поэтому я пока двигался по лету, а потом получилось так, что я переместился через экватор и ушел вниз, и там началось лето. Поэтому самая холодная погода была у меня плюс 9. Ну, ночью, это все равно да. Прохладно. Ну, это ночью, да? Да, ночью. Нет, днем вообще как-то постоянно было тепло. Вот плюс 9, я помню, я такой там, это, лежал такой и так думаю, ну, ничего, нормально. А где ты лежал? Я лежал. И в чем ты лежал? Да, у меня, кстати, была одна роскошь, да, из всех правил же есть исключение, у меня была роскошь, у меня с собой спальник был. Это была моя роскошь, да. А вот, в спальнике я лежал, спальник был на плюс или на минус, что-то 7, или плюс, или минус 7, такой, ну, легенький очень такой, тоненький. Вот, поэтому, как бы, вот, когда плюс 9 было, ну, мне так было, это, я закрылся с головой там. Нормально лежал. Лежал я, кстати, в кювете, помню, прям вот ощущение земли такое. Под... Ну и как это, лежать в кювете? Вообще, вот и второй страх, это, ну, крыша над головой, то есть где я буду ночевать? Там я прихожу в какую-то местность и не знаю, уеду я отсюда, не уеду, и где я, в общем-то, там заночую? С ночевкой была? Вот, смотри, на самом деле у нас у каждого, когда мы куда-то встраиваемся в новое пространство, да, вот мы сейчас, мы жили в какой-то системе координат, и вдруг система координат поменялась, и мы сейчас оказались в другом. Угу. Опа, что происходит? О, а мы же вот так были, а мы же вот так были, а сейчас все по-другому. И вот мы, когда приходим в новую систему координат, у нас как раз включается вот этот вот процесс поиска вот некоторых опор. Uh-huh. И для того, чтобы встроиться в новую систему координат, ну, по крайней мере, я отследил это во время своего пути. Достаточно 3 дня. Всего 3. 3 дня с начала или 3 дня вот в новой ситуации? Вот сейчас расскажу, смотри. Вот я прихожу в новый город, да, ты говоришь, страх, где там ночевать. Вот я прихожу, я тоже не сразу отследил. А потом я заметил, что эта закономерность повторяется. Вот я прихожу в новый город, и у меня сразу включается, да, что это незнакомое, я не знаю, где тут что находится, я не знаю, как люди здесь настроены, дружелюбно, недружелюбно. И мне сразу же хочется сбежать. Угу. И так же происходит с нами. Мы попадаем в ситуацию, в которой мы не знаем правил, и нам хочется сбежать. А когда нам хочется сбежать, у нас поднимается вот это состояние страха. В общем, все там вот так вот взаимосвязано. Вот я прихожу в новый город, у меня сразу страшно, незнакомое, не знаю. А пойду-ка я дальше. Я уже по дороге привык, иду и иду нормально. Но я остаюсь, а дальше включается вот этот поиск базовых каких-то моментов. Меня интересовало в городе 3 момента. Первое как раз, где я могу переночевать. То есть варианты были какие? Если меня кто-то подвозил, то иногда предлагали переночевать в машине, иногда приглашали к себе. Иногда не предлагали и не приглашали, и машины тоже не было. Тогда я просто шел по городу и искал какое-то удобное место, чтобы его, оно было как-то защищено, ну, в смысле, чтобы от глаз не было. Где-нибудь за кустами, где-нибудь там в лесочке, где-нибудь там за деревом, где-нибудь там за каким-нибудь камнем. Помню, где-то там было, вот сейчас прям картинка всплыла,
набережная, и там такие огромные камни, и я нашел между этими камнями такой вот, как лаз такой, залез туда, и там спокойненько поспал ночью. Вот, это первое, мне нужно найти было, где переночевать, защищенно, ну, более-менее. Это мог быть глубокий кювет, да, вдоль дороги машины едут, и, ну, чего, люди где-то там ходят, то есть уже никто никуда не подойдет, лег. Вот, ребята, когда вы едете по дороге, знаете, что в кювете может лежать. Может кто-то лежать. Да, значит, это первое. Второе, мне нужно было найти, где есть вода. Потому что, ну, что я в этом городе, там, денечек побуду, если нету еды, ну и, значит, ничего страшного. Но вода, она как-то вот для меня важна была, мне нужна была вода. Я искал источник воды, это, как правило, были какие-то там колонки, в какие-то там эти вот... Фонтанчики, наверное. Где-то, я помню, фонтанчики, где-то вот такие вот, как короба стояли, и там было написано «фри вода». То есть есть вода, в мире есть вода. Либо это был какой-нибудь вот этот вот, сейчас рекламу буду давать, точки общепита, ладно, не буду называть. В общем, точки общепита, где чизбургеры, гамбургеры и прочее там продают. А приходишь... Тоже там... в какой точке мир находится. Да, во всех городах. То есть, вот. Что-то есть такое постоянное во всех... Да, это тоже как вот точка опоры такая получается. И приходишь там в туалете, там можно умыться... побыть в комфортной обстановке, там же можно воду попить. И третья точка, это вот опять же вот эти вот выручали меня какие-то учреждения, это мне нужно было найти, где есть free Wi-Fi, чтобы отправить сообщение в интернете, где я нахожусь. То есть мне некогда было переписываться со всеми, я был вне связи, но я периодически выкладывал информацию там, название города и дата. И поехали дальше. Вот. И смотри дальше. Вот я про встраивание. Да, как мы встраиваемся в новую систему координат. Первый момент. Хочется сбежать. Второй момент. Включается поиск вот этих опорных точек. Точки находятся. А возникает второе состояние. Вот такое вот. Точки найдены. Опора вроде есть. Но ты еще не свой. Ты-то нашел точки, а тебя еще не приняли. А для того, чтобы стать своим, 3 дня больше, чем достаточно. Через 3 дня начинают из опы прорастать корешки, и ты уже готов сесть на любой камень, представить его диваном и больше уже никуда не двигаться. Потому что, ну, для меня, я знал, где можно переночевать, я знал, где есть вода, и я знал, где есть free Wi-Fi. Все. Free Wi-Fi, то есть входит в нашу жизнь и становится тоже такой экзистенциональной точкой опоры. Да, и самое интересное, что во всех странах есть обязательно какие-то места, например, в Америке, это можно было прийти всегда в Apple-овский магазин, и там не то, что Wi-Fi, там тебе компьютер предоставлялся, ты можешь даже там кино посмотреть, но у них такая, чтобы люди сильно не расслаблялись, у них нету стульчиков посидеть, то есть ты просто стоишь и пользуешься, а в Австралии в библиотеках Wi-Fi. Заходишь и пользуешься. Вот. И смотри, если ты не сбежал в первый момент, то страх явился для тебя возможностью встроиться в новую систему координат и приобрести новый опыт. А дальше ты уже становишься своим, все, и тебе уже не хочется уходить. А дальше вторая, да, включается. Как теперь из этого сбежать? Поэтому вот 3 дня это достаточно для того, чтобы встроиться в новое пространство. Но у каждого, в зависимости от ситуации, будут свои вот эти точки опоры, которые нужно найти. Какая самая сложная страна, в общем-то, оказалась все равно? Вот из твоего опыта. Может быть, по языку, может быть, по людям. Или люди везде одинаковые? Знаешь, я на протяжении, еще одна тема, да, моего исследования параллельно со страхом, это была тема счастья. Я подумал, что классно будет, если я буду задавать во всех странах вопрос, что такое счастье, ну, по возможности коммуникации. И тогда я, когда вернусь, у меня будет такая коллекция, я могу сказать, а вот знаете, австралийское счастье это вот такое, а новозеландское вот такое, а вот индонезийское вот такое, а вот наше русское вот такое, а китайское вот такое.
А оказалось, что счастье у всех в понимании одинаковое. Абсолютно. Причем получилось так, знаешь, как три среза таких. На первый, значит, вот я встречаюсь, вот мы с тобой, например, встречаемся, или я с кем встречаюсь, я говорю, привет, у меня к тебе вопрос, скажи, что такое счастье для тебя? И вот человек, не задумываясь, первое на автомате, он начинает перечислять какие-то внешние окружающие предметы. Он говорит, ну, счастье – это когда у меня есть дом, машина, стабильная работа, деньги, жена, дети, когда у меня есть возможность путешествовать, когда у меня есть стакан там свежевыжатого сока, а у меня вот есть ананас, у каждого свое. И разница только в том, что последовательность. Женщины, например, чаще там говорили на первом месте, да, там, счастье в личной жизни, дети, да, а мужчины чаще говорили бизнес там и возможность зарабатывать большие деньги. Но все перечисляли именно внешние, оторванные от самого человека какие-то вот эти вот предметы. Когда была возможность, коммуникация, когда человеку было интересно со мной пообщаться, он доставал свой телефон с транслейтом, с переводчиком, и говорил, можно? Ну, давай, давай, да. И тогда я задавал ему другой вопрос. А вот представь, если у тебя все это есть, то что тогда такое счастье? И второй ответ был примерно тоже у всех одинаковый. Человек задумался и говорил, слушай, интересно, а ведь правда, оказывается, счастье это же не машина там. Ты. И второй ответ был такой, счастье это мое внутреннее состояние, такое комфортное, да, радости такой, когда у меня есть, и дальше шло опять перечисление всего. То есть на второй взгляд человек задумывался и уже переносил акцент с внешних предметов на свое вот это внутреннее. Да? Он уже понимал, счастье это не вот это, вот, а это мое состояние. Но оно связано с этими предметами. Вот. А когда люди шли дальше на какое-то общение, и это зависело больше не от меня, а от их желания задуматься. А я говорил, а если вот подумать, мы начинали как-то там пытаться вот это вот все посмотреть. У вас там целые философские дебаты были, и это при незнании языка. Вот я вспомнил ситуацию, я был в Индонезии, и меня к себе в гости пригласила там женщина, психолог. Она говорила по-русски. Она училась в Санкт-Петербургском университете на психолога, и она преподает в столице Индонезии, в Джакарте, в университете психологию. И пригласила у нее, я у нее три дня у них жил, она с мужем живет, с ребенком, и у нее в этот момент гостила ее подруга из Голландии. Подруга говорит только по-английски, я говорю только по-русски. Наша хозяйка говорит и по-английски, и по-русски, и по-индонезийски, и по-турецки, у нее муж турок. Вот. И мы такие, сидим за столом, а она всем нам переводит. А потом она ушла на следующий день, и мы пошли вот с этой вот женщиной из Голландии гулять. И, о чудо, мы к вечеру поняли, что мы поговорили на все возможные темы, мы даже умудрились поговорить про Ницше, про его философию. Представляешь? И мы потом вечером через вот хозяйку нашу попросили ее переводить, чтобы удостовериться. То ли мы поняли друг друга. Мы поняли друг друга, реально. Здорово. Ну и вот да. В этих разговорах, то есть это третий уровень, да, как бы... Да, и вот третий уровень, когда люди, значит, начинают задумываться, то третий уровень, причем, знаешь, так вот я вспоминаю даже некоторые лица, а у людей прям вот выражение лица менялось, оно, знаешь, как будто бы вот прям как вспыхивало, и у них такая улыбка такая прям детская, они такие, так счастье, это же то состояние, которое на самом деле у нас есть. У всех от рождения.
Вот это счастье, это базовое состояние. Это мы путаем часто эмоции свои, да? Я злюсь, у меня нет счастья. Нет, состояние счастья, оно есть и когда мы злимся, и когда мы там в состоянии гнева, и когда мы раздражаемся, и когда мы сейчас радостны, и когда мы испытываем какое-нибудь там состояние умиротворения, радости. Вот это состояние, оно базовое. И вот это было здорово. Понятно, что не все доходили до этого третьего осознания, но и это не я придумал, понимаешь? Это я услышал от других людей. Это было для меня тоже таким открытием. И я тоже стал как бы задумываться, погружаться. И пришел и согласился с ними. Ведь на самом деле мы приходим. А потом все это, вот это зеркало запыляется, и мы его не сдуваем. И забываем. И ищем, где бы через внешнее нам вернуться к этому состоянию. То есть ты утверждаешь, ну и те люди, они так каким-то образом опытным путем подтвердили, что вот это состояние, мы с ним рождаемся, то есть это то, что, может быть, самое такое отдаленное мы можем вспомнить, это вот состояние ребенка, когда ты действительно необусловленно рад, или у тебя просто вот такой фон, какой-то гармонии с собой, с миром. Это вот то? Это похоже на это? Да, вот смотри, если посмотреть на детей, да, они даже когда плачут или злятся, они в этот момент все равно вот на них смотришь, они ведь счастливы, они такие вообще счастливые. Они злятся, они просто проявляют эмоцию, но они при этом остаются вот в том состоянии такой вот какой-то стабильности. Вот. Ну, это вот самое сложное искусство, да. Самое такое момент. Мы оттуда пришли, наверное, и к этому и придем в итоге, как дети. У меня еще пару вопросов вот к путешествиям. Такое на контрасте тогда, а какая самая счастливая страна? Ну, вот просто по вот этой близости вот этого твоего состояния. Ты вообще вошел в какой-то момент вот именно вот в это базовое состояние счастья? Да. Смотри, я даже вошел больше, не просто в состояние счастья, а я в какой-то момент, но это уже было дальше, чем половина пути, когда я уже научился отслеживать страх вот в зачаточном этом состоянии, когда я уже понял, что коммуницировать можно и без слов, а просто вот если ты сонастроен с человеком чисто на уровне вот чего-то из сердца в сердце. Ну, в общем, много каких-то вот открытий. И я вошел в состояние такого потока. Это что такое состояние потока, как я понимаю? Потому что про состояние потока много где говорится. Но для меня состояние потока было, знаешь, это такое вот ощущение того, что я двигаюсь не сам, а как будто меня движет нечто. Да? Я начал замечать, что я еще не успеваю прийти к мысли, что я хочу есть, а еда уже появляется. Мне предлагают еду, и вдруг я понимаю, что я хочу есть. Появляется вода, и я вдруг понимаю, что я хочу пить. То есть вот поток – это когда все происходит помимо тебя, и как бы на опережение идет. Появляется человек, и он мне говорит, ты куда движешься? Я говорю, да вот туда. Он говорит, так там паром, а у тебя, говорит, денег нету. Ну ладно, сейчас я позвоню, у меня там брат там какой-то, ну или кто-то там, по-своему он говорит. В общем, родственник какой-то работает. Сейчас я ему позвоню. Придешь, спросишь. Ислам, он тебя там переправит. Я прихожу туда. Вот это такое вот состояние потоковости. А когда ты движешься, и вот оно вот все вот так вот происходит, ты, соответственно, вот в этом состоянии находишься. Но что первично, состояние или потоковость, здесь не определишь. Оно все-таки единое целое такое получается. И ты психолог, да, обратите внимание, что это не только и как в эзотерической среде, что ты, в общем-то, как и психолог, исследователь, ты подтверждаешь вот эти состояния и существование этих состояний. Интересно. Смотри, мы не будем уходить в научную какую-то терминологию, но даже не уходя в психологию, возьмем квантовую физику. Физика же, это же наука естественная. Она же сейчас тоже уже доказала вот эту вот квантовую реальность, в которой мы все существуем.
А, ну вот и мы подошли как раз к единству вот этого информационного поля. Состояние, поток и поле, как по твоему мнению, это взаимообменивающиеся понятия или феномены? Но если мы все, вот, кстати, да, даже на доказательствах, на конкретных примерах, вот как я отследил вот эту вот взаимосвязь всех и наличие вот этого единого какого-то поля во время своего пути. Я, проходя, через какое-то время начал анализировать, я обнаружил, что ни один человек, встретившийся со мной, не был случайным. Каждый человек вносил что-то для того, чтобы выстроить мой дальнейший путь. И не обязательно это было то, что он меня покормил, да? Он мне давал какую-то информацию, он мне давал какую-то картинку, которая вызывала во мне какую-то ассоциацию и приводила к какому-то решению, да? Он как-то направлял мой путь, там вот так же через, вот как я про таможню будет. Про паром про это сейчас рассказывал. Вот. И получалось, что у меня было такое ощущение, что я как будто отправился в путь для того, чтобы вот, собрать всех тех людей, с кем я как-то взаимосвязан, и чтобы мы в этом момент обменялись. Ведь не только они же мне в этот момент что-то давали, да, в этот момент и я делился чем-то. В какой-то момент, когда я начал спрашивать людей, почему они меня подвозят, почему они меня кормят, почему они приглашают к себе, почему они вообще мне помогают, то ответы были удивительные. Оказалось, что мы привыкли, что оплата за все наши действия, она идет деньгами и единомоментно. Возьми, заплати, да, как на рынке. А на самом деле в мире все иначе устроено получилось. Человек мне что-то давал, а взамен я ему платил чем-то, не деньгами. Кто-то брал с меня плату тем, что я его слушал, моими ушами. Кто-то брал плату и говорил, я остановился, потому что ты стоишь, ты так улыбаешься, а я еду такой. Тут стоит какой-то бомж, да, ничего не имеет, ты такой улыбается, дай-ка я посмотрю, что такое. Я его раз к себе в машину, уже радость не стала. То есть каждый брал чем-то. А кто-то говорил, знаешь, что-то с тобой так хорошо. То есть вот он славливал вот это состояние, и ему хотелось со мной находиться. Кому-то я помогал мыть посуду, кому-то я там помогал копать в огороде. Ну, то есть вариантов было множество. И это была вот эта вот как раз плата. А еще был такой момент, когда я еще по России ехал. Меня один мужчина подвозил. И он говорит, это было где-то там в сторону Уфы, не доезжая Уфы, и он мне говорит, мой сын только что уехал в Уфу, там в Казань, и его кто-то подвез. А даром он автостопом, говорит, тоже подъехал. Я тебя сейчас подвезу, потому что я как бы оплачу вот тому человеку, что он подвез сына, да? А вот это вот такая вот оплата. Да, это же тоже, вот как ты говоришь, вот эти случайные, не случайные, да, пересечения, да. И кармические встречи, то есть они могут быть нелинейными и не в одной связке, они могут вот как бы, как мы, как я даже, у меня даже слезы выступили, я так тронута. Да. Вот реально, я вот понимаешь, а я когда вот осознал, что ни одного человека не было случайным, несмотря на то, что с одним мы буквально пару минут пообщались, а с другим там несколько дней двигались в одном направлении. То есть наша такая одна тоже из базовых потребностей все-таки это вот энергия, обмен и вот это ощущение единства, да? Получается вот так из твоего рассказа, прям на примере, что... Вот смотри, опять, если мы остановимся, да, вот этот пункт защиты коммуникации, мы же, как правило, под коммуникацией чаще всего понимаем слова, да, как я могу договориться с человеком, все. А на самом деле коммуникация, она не на словах строится, слова не вторичные, третичные, а именно, наоборот, слова, получается, нас уводят немножко в сторону. От первоосновы вот этой коммуникации. Вот, знаешь, были моменты, я там встретился с французом, он говорит по-французски, а я по-русски. Ну и мы идем с ним, общаемся.
вдруг я в какой-то момент понимаю, что вот я настолько его люблю, вот прям люблю-люблю, такой он родной. И он смотрит на меня и мне говорит такой: «Ой, Алекс, типа, ой». И мы продолжаем идти дальше. Все, вот эта сонастройка произошла, вот она коммуникация. А дальше, представляешь, происходит чудо. Я вдруг начинаю понимать, что я говорю по-русски, он говорит по-французски, но я понимаю, о чем он мне говорит. А он понимает, о чем я говорю. И мы такие там идем, раз-раз-раз, и все так это. Я говорю: да, я вот ищу место на ночлег. Он мне говорит: да, я тоже ищу место на ночлег, хотя он говорит по-французски. Потом мы там находим место, потом он говорит: я сейчас тебя покормлю. Я говорю: о, спасибо. Потом думаю, откуда я узнал, что он меня сейчас хочет покормить. Вот, он там достает там этот, спагетти эти. Говорит: о, сейчас я тебе еще одну там фокус покажу. Ну и, в общем, мы так поговорили душевно. И после этого я стал наблюдать, что вот эта возможность коммуникации без языка, она существует. И вот, например, азиатские страны, Юго-Восточная Азия, там очень много людей таких, то ли ближе к природе они, у них проще вот это происходит. Они прям: не говоришь ты по-нашему, ну не надо. Улыбку включили, и все, и вот это вот сердце-сердце, и все, и пошел процесс. Поэтому да. А что делать в те моменты? Были у тебя моменты, как ты выходил из ситуации, когда, окей, ты успокоился, ты вошел вот в это мирное такое доброжелательное состояние, но все равно первая реакция человека, она такая, ну, как, да, такой, так сказать, осторожность, допустим, может быть, даже не совсем агрессия, а осторожность. Ты просто менял человека, уходил, или ты все равно вот оставался и какое-то время настаивал или не настаивал, вот оставаясь в своем состоянии? Потому что очень часто бывает в обыденной жизни, да, мы вот как бы вошли в состояние, мы такие тонкие, как бы и вообще любим мир, а приходим в какое-то там, не знаю, место, да, бюрократическое, например, и все, и там как бы машина сидит, а не человек. Или, ну, даже не такая экстремальная ситуация, а даже вот в отношениях с людьми. И тебе нужно как бы доказывать эту благожелательность, располагать человека. Или это как-то не так? Нет, смотри, как было. Вот я себя поймал на том, что когда по первости машины не останавливались, у меня возникало такое вот... первое недовольство, даже некое такое раздражение, что жалко, что ли, остановиться, подвести. И параллельно возникало состояние страха, а вдруг никто не остановится, ну, то есть там наслоение шло. А потом, когда я вот отследил, насколько мыслями я влияю на способность, возможность водителя остановиться, я понял, что мне без разницы, остановился он или нет. Я открыл для себя такой закон, что если я вышел на обочину, то моя машина, которая меня довезет до нужного мне места, уже выехала. Но когда она придет, я не могу знать. И поэтому все машины не могут останавливаться, потому что моя-то вышла машина, они же не могут нарушить вот этот вот поток, который меня движет. Вот. И поэтому, когда машина проезжала, кто-то улыбался, я махал ему рукой, и у меня уже, знаешь, после там, половины пути было уже такое, машина проезжает мимо, даже если я не стою на обочине, а просто вот иду, ну, у кого-то там где-то меня пригласили в гости, просто идут машины по дороге, а я на автомате всем махаю, и такой... счастливого пути, удачи всем. И вот я выучил этот по-английски good luck, и я всем ходил, говорил good luck, good luck, good luck. Это было важно. Моя машина где-то идет, этим я всем вот это вот посылаю. Если человек, я подходил что-то спросить, человек отворачивался, я ему тоже говорил: да, спасибо. И шел дальше. То есть вот эти вот какие-то продавливания, навязывания. Не хочет, значит, не мой. Однозначно не мой человек. Значит, мы не с ним договорились встретиться, пошел искать своего. Были ситуации, знаешь, в Америке, в Нью-Йорке, когда от меня вообще люди убегали даже. Вот. Я стоял, смеялся и говорил: да-да, и вам тоже счастье. Причем ситуации были какие. Я иду в Нью-Йорке по набережной, и вдруг слышу русская речь. Я такой: сейчас поговорю. Я такой поворачиваю, вижу, женщина идет.
ну, такая, лет 60, наверное, и разговаривает по телефону с кем-то по-русски. Я думаю, я сейчас подожду, она закончит говорить, я подойду к ней, и мы с ней мило так поговорим по-русски. Она заканчивает говорить, я подхожу и говорю: здравствуйте. А вы знаете, я вот из России. Женщина разворачивается, хватает коляску и убегает. Понимаешь, мне неведомо, какие страхи в этот момент активизировались в ней. Да? А я стою, реально она убегает, у меня такое удивление, вот такая улыбка, и я такой говорю: да-да, я вам тоже счастье. Такой, ну ладно. Вот. Поэтому никаких навязываний. Вот опять, видишь, такая вот некая вот плавность, потоковость. Мой человек, значит, он... Ну, это доверие такое уже у тебя выработалось, причем не просто от ума, да, мы сейчас много сейчас об этом говорят, расслабьтесь, доверьтесь, но когда ты так проживаешь глубоко, это уже, ну, тебе можно поверить, действительно, тебя посмотришь и поверишь, действительно, какая-то открытость. Здесь смотри, здесь на самом деле до тех пор, пока слова являются для нас просто словами, когда нам говорят «расслабься», а если я в напряжении, откуда я знаю, как это расслабиться? Мне говорят: расслабься. Я говорю: ну все, я расслабился. Ты не расслабился, расслабься. Я не могу расслабиться. Или мне говорят: находись в доверии. А как это в доверии? И поэтому вот для себя, ну я для себя, когда вот эти понятия мне непонятны, я их раскладываю на чисто эмоциональное состояние и на ощущения. Да? Вот напряжение, это как? Я слушаю, да, вот это вот здесь вот так вот зажато, это вот сюда нагнуто, это вот так вот, ага, а расслабиться это как? Это вот, вот это сюда, вот так. И я начинаю как-то вот искать вот эту вторую там какую-то закономерность, ну, ощущение быть... это в теле, да, ты говоришь? В теле вот именно, да. А второе это что-то больше... Уже да, а второе это эмоциональное состояние. И когда вот эти состояния, ощущения и телесные, и состояние эмоциональные ты соединяешь, то ты можешь тогда включать вот это доверие. Смотри, доверие, ну, это первоначальный шаг тренировки доверия. Например, ты идешь, и человек такой, да, перед тобой, и ты слушаешь свое тело, не ум, который кричит: «О, я боюсь, я не знаю, на каком он языке говорит», а именно тело. Тело классно включается. А если оно не сжимается на этого человека, то можно уже подходить. Эмоция какая включается, тоже слушаешь. То есть вот я через это подошел к доверию, да, я слушал. Эмоций нету такой, ну, негативной какой-то, нету. Ну, так, мандражу, конечно, да, но это страх, это нормально. Так, хорошо. Так, в теле есть где-то какие-то напряжения? Ну, так, тело как тело. Все, я подхожу, общаюсь. Была ситуация, когда у меня на человека включилась, знаешь, какая вот... И вот это про доверие, да? И вот оно тренируется, доверие. Я подошел к человеку через ощущение свое в теле и через эмоцию. А потом это становится на автомате, потому что уже не нужно специально, так, что у меня где там, как-то. Ты раз человека увидел и такой вот, мой не мой, да? Вот, ты открыт. То есть, видишь, доверие, оно тоже такое какое-то, вот, ну, не совсем. Пойдем с крыши спрыгнем. Ладно, я тебе доверяю, сейчас я прыгну. Нет, не об этом, а именно вот об этом и сонастроенности какой-то. Именно со своим вот этим вот течением. А было такое, что вот, ну, часто, особенно там людей, которые занимаются йогой, высокой чувствительностью, они на самом деле первые успевают читать информацию с этого, ну, с другого человека, то есть они чувствуют на самом деле его напряжение, его некую такую суровость или там, как бы, да, отягощенность, а потом происходит такой быстрый скачок, и ты переносишь это на себя, и ты вроде это как сам чувствуешь, то есть было у тебя такое, что ты чувствовал не свое состояние, или ты, это всегда, вот твое тело, оно отражает, конечно, именно вашу связь, именно ваше, его и твое состояние? Смотри, здесь неоднозначный ответ. С одной стороны, если это твой человек, то он может в этот момент чувствовать полностью противоположное тебе состояние. Но если у тебя на него не включается негатив, то это два состояния. Ты считываешь его, ты думаешь, что какой-то грустный такой человек,
даже раздраженный, а слушаешь свое тело, а твое тело не включает. А вот это тонкий момент, как вот это различать? То есть, с одной стороны, ты считываешь его, а смотри, считать другого человека, считывать другого человека не каждый сможет, а себя слушать может каждый. Поэтому я и сказал, что слушать нужно себя, да, вот в тренировке доверия прежде всего нужно слушать себя, вот какие ощущения в моем теле. Когда мы начинаем наблюдать за своим телом, сначала нам кажется, ничего нету. Чем чаще мы начинаем обращать внимание на ощущения в своем теле, тем больше мы начинаем замечать, о, вот здесь что-то прям как будто дрожит, да, о, а вот здесь как-то напряжено, ой, прям аж ломит, да. Ой, а вот здесь что-то колет. А, у меня, знаешь, племяннику 6 лет, и вот он такой сидит, ну вот, я просто понимаю, о чем он говорит. Он мне говорит, ой, у меня тут что-то смеется в правом боку. Вот он слушает ощущения своего тела, или он говорит, ой, у меня кто-то там почесался в шее. Вот. Я начинаю его спрашивать, это как, и я понимаю, что он наблюдает за своими ощущениями. Ну, он не наблюдает, он просто у него там да, что-то произошло. Вот. И вот это очень классно, научиться тоже. Не только ребенку, а и нам. Да, вот или вспомнить. Нас же как-то муштруют или муштровали, по крайней мере, некоторые поколения из нас. Мы же должны там в школе сидеть, не двигаться, не то, не сё. Чувствовать запрещается, ну и все такое прочее. А как ты попал в Нью-Йорк? То есть вот это, как ты совершал, окей, в рамках одного континента, ну, можно дойти. Можно, да. А как перелететь через океан-то? Смотри, на самом деле в море, океан, река, озеро, оно имеет тоже некие эти движущие средства. Если есть автостоп, то значит есть море стоп, океана стоп. Самолеты стоп есть? Да, я летал на частных самолетах по приглашению хозяина самолета. И смотри, на большом корабле, вот, который такой вот прям большой-большой, я ни разу не плавал, а на маленьких яхтах плавал. На большом корабле было сложно без знания языка. Первое, нужно было как-то проникнуть в порт. Второе, нужно было найти, ну это как я понял, нужно было собрать разрешение нескольких человек. Нужно было найти управляющего портом, который даст разрешение, владельца судна разрешения и капитана. Это разные люди. И вот когда ты вот так вот, а люди не настроены с тобой общаться, сонастройки нет, ну договориться непросто. А когда это маленькие, небольшие, частные, ну и не маленькие тоже, да, яхты, то договориться просто, как я говорил про города, приходишь в порт, 3 дня ты там прорастаешь, ты становишься частью этой среды, и тебе уже кричат: «Алекс, гоу-гоу, пойдем чаю попьем, ты где сегодня ночуешь?» «Да вот здесь на набережной, ладно, можешь у меня в каюте переночевать». Потом они между собой уже договариваются, тебе куда плыть, а мне без разницы куда плыть, договариваются и с кем-то ты плывешь. А если брать Тихий океан, то мы можем взглянуть на карту и увидеть на ней, что там очень много островных государств, поэтому на небольшие расстояния на яхтах очень даже хороший океаноскоп получается. Расскажи один такой переплыв. Просто вот чисто по маршруту, это удивительно же, ну, информация. То есть как это ты по островам, сколько у тебя это заняло времени? Смотри, я это экстремальную ситуацию расскажу в тему нашего разговора про страхи, тревожность и прочее. Ситуация была такая, значит, мы плыли на яхте где-то 3 дня, причаливаем к какому-то острову, и в этот момент к этому острову, в смысле к этому причалу, с включенной мигалкой подъезжает полицейская машина. Ребята, с которыми я плыл на яхте, их было 3, они, скажем так, по газам,
отчаливают, ну, машины, понятно, не, если бы они были на берегу, да, а там они еще подъезжали. Только они увидели эту машину, эту звук услышали, они отчаливают, и по вдоль вот туда мы начинаем двигаться. Машина разворачивает и начинает двигаться вслед за нами. Но там эта бухта такая, мы из бухты, получается, выходим и уходим туда, в следующую. А дорога уходит куда-то туда, там, в объезд. Ну, то есть машине больше ехать, чем нам доплыть. А, в общем, они причаливают к какому-то другому маленькому причалу, меня скидывают, значит, там какой-то их там друг или кто-то, да, то есть это все происходит без разговора же, да, меня кидают в эту машину, закрывают там каким-то типа брезентом, да, и машина уезжает, а они, значит, это самое, опять отчаливают. То есть они меня скинули как балласт, и там, ну, я не знаю, куда они там поплыли, в открытое обратно море вышли или как. Вот. Этот человек привозит меня, то есть я сижу там и вообще ничего не понимаю. Мы приезжаем куда-то, он это мне показывает, давай, закидывает меня в очередную яхту, и яхта отчаливает. Вот. В связи с этим я даже иногда, вот я по карте иногда смотрю и думаю, вот был я, интересно, на этом острове или не был. Потому что были ситуации, когда мы вплывали, и мне капитаны говорили, знаешь, на этом острове тебе нельзя находиться, у тебя нет разрешения. Сейчас мы тебя сразу перевезем там, вот, на другую, вот это, вот, из этой бухты в другую, и оттуда тебя отправим дальше. Тебе здесь нельзя все. Вот. То есть даже вот такие вообще выручки, взаимовыручки, то есть люди так к тебе относились, в общем. Вот здесь я эту ситуацию рассказал, почему? Потому что смотри, я не знаю, чем занимались, наверное, каким-то непротивоправным чем-то перевозом что-то они перевозили. Я не знаю, я не видел, да? Но при этом они, вот, скажем так, позаботились о моем благополучии, безопасности. Да, да, иди, а мы тут же сами будем дальше разбираться. А как ты вообще с документами разбирался? Сейчас у нас такие критические голоса еще, которые не поверили в это во все, еще не поверили. А, ну а визы-то как? Там как ты вообще с документами? Смотри, я сейчас про визы и про денежные вопросы скажу, что вот были ситуации, когда там реально нужны были деньги, да, то есть там вот тот же там переплыв через на пароме где-то там, или там на границе нужно было за визу платить. Все вот эти вот, то есть паспорт у меня был, загранпаспорт, да, у меня был, то есть это не было исключено. Хотя мне в Европе сказали, что по Европе путешествует какой-то русский мужчина, по-моему, на мотоцикле мне сказали, и вроде как у него нет паспорта. И он, говорит, пересекает границы спокойно там, потому что его уже все знают. И они мне говорят, ну, там, пару раз мне рассказывали, и я такой говорю... Ну нет, для меня это какой-то из области фантастики. Вот то, что я делаю, это ровно... Нет предела совершенства, есть всегда еще кто-то еще экстремальнее. То есть то, что я делаю, это вот, ну, на мой уровень нормально, а вот без паспорта, ну, это нереально. Так вот, вот все, что было связано там с визами и с какими-то моментами, где нужно было заплатить деньги, ситуации решались очень интересным образом. Первый вариант. Это, вот я говорил, в потоке, да, уже потом вообще включалось. Сначала я не отслеживал, но оно так и происходило. Появлялся какой-то человек, мы где-то там с ним знакомились, были ситуации, когда я там просто на лавочке сидел, отдыхал где-то в сквере в городе. Мне присаживался человек, ла-ла-ла-ла-ла-ла, о чем-то поговорили, даже не понял о чем. Он такой говорит, типа, пошли, ну, пошли. Пошли. Доверие, видишь, такое вот включилось. Забыл, к чему. Да, про бумажки, про... А, про деньги, да. Вот, и этот человек оказывался, например, работником на том же пароме или на этом пункте перехода, да. Вот, дальше, первый вариант, значит, то есть появлялся человек, который там работал. Второе, те люди, которые там работали, говорили, ой,
иди, в Малайзии, помню, у меня с собой был один их местная такая монетка, а там надо было за паром заплатить и еще, по-моему, такую же монетку. Он на меня такой посмотрел, ох, иди, бросил так монетку за меня, иди, значит. Mm-hmm. Следующий вариант. Часто вот в каких-то экзотических странах встречались европейцы, ну, которые обеспеченные люди, и которые путешествуют, и им было удивительно встречать такого вот ненормального, как я, они говорили, crazy Russian, вот. И они встречались ровно тогда, когда, например, нужно было совершить какое-то вот это вот денежное вложение во что-то. Для них, как мне, вот в Америке мне объяснили, что, например, мне тебе легче дать $20, чем тебя с собой везти. Потому что, когда я тебя с собой везу, во мне возникает страх, ты можешь оказаться каким-нибудь бандитом, убить меня, и я потеряю жизнь. А так я тебе дал $20, я выполнил перед тобой свой там гражданский какой долг. Я помог тебе? Помог. Все. Как бы я спокоен, ты спокоен. Поэтому, ну, как бы вот это вот просто. И третий вариант. В какой-то момент, в Европе первый раз это было, меня итальянец один подвозил, и я выхожу, он мне дает 5 евро. Я ему говорю, не, я же без денег путешествую. Он такой говорит, это сувенир. Ну, слово такое международное, сувенир. Я говорю, ладно, окей, пусть будет сувенир. Положил в карман. И буквально там через, к вечеру, что ли, я приезжаю в какой-то, где-то там, не помню уже что, ну, в общем, там нужно было заплатить 5 евро. Вот, мне говорят, типа, стоп, это, я достаю, отдаю. Но, понимаешь, 5 евро – это как бы вот, ну, целостная бумажка. А дальше началось вообще чудеса. Мне стали давать, то есть я для себя сказал, я не прошу, да, я не зарабатываю, и эти деньги сразу, по идее, уходят. Я подумал, так, ну, я не буду отказываться, значит, Вселенная виднее, значит, это зачем-то нужно. А потом вот эта закономерность отследилась, и стало происходить так, что вот меня кто-то подвозит и говорит, на, тебе пригодится, достает вот просто из кармана мелочь тогда, высыпает, ну, монеты, мелочь, монеты. Я беру, не считая их в карман, через час, два, три к вечеру я оказываюсь в каком-то месте, и мне говорят, стоп, давай деньги. Я достаю из кармана вот эти монеты, я говорю, вот все, что у меня есть. Они считают и говорят, окей, ровно столько. Вообще чудеса. Поэтому все вопросы как раз вот и с визами, и с какими-то вот такими вот денежными моментами решались вот такими способами. Ты вернулся, вот, дорогие друзья, человек, который совершил путешествие и с нами сегодня здесь, и пройдя все эти трудности, сложности, это удивительно. У нас время потихонечку подходит к концу, хотя, конечно, я не хочу вообще заканчивать разговор, но я чувствую, что это просто такой кладезь опыта, такой кладезь переживаний. Ты где-то зафиксировал это в какой-нибудь книжке или в каких-нибудь блогах? Вообще ты делишься вот именно этими впечатлениями, ну, и опытом? Ну, у меня есть канал на YouTube, и там есть прям в плейлистах, там, знаешь, как было? Сначала у меня с собой была, мне подарили, я когда доехал до Москвы от Омска, мне в Москве, то есть вот еще интересно, люди же приходили, когда встречались, они некий дар мне приносили, да? Кто-то там словом, кто-то делом, кто-то там едой. Вот, а в Москве мне подарили фотоаппарат, но он с видео таким. Mm-hmm. Вот, я вот на эту вот камеру в течение путешествия записывал такие маленькие какие-то видео там. Ну вот, вот я здесь там нахожусь, вот я то. Или какие-то осознания ко мне приходили, я это записывал. Потом, когда я вернулся, это есть на канале, да, то есть и там оно по странам прям разложено. Дальше, когда я вернулся, у меня мой друг в Москве, он мне говорит, давай, говорит, вот пока ты все помнишь, пока ты там книгу напишешь, давай, пока ты помнишь, все это запишем. И есть прям плейлист, где я стою вот так вот перед видеокамерой, и он там вопросы из-за камеры задает, и там на 17 часов
Вау, ну оговорено. нам всем туда, мы обязательно ссылки оставим на твой YouTube-канал и на твои другие, да, каналы в социальных сетях, ты же тренер, ты ведешь тренинги, ты как бы практикующий психолог и с группами, да. И с индивидуально, ну вот с группами ты говоришь, тебе интереснее, обязательно оставим все эти координаты. Мы не поговорили еще о стольких моментах, но может быть вот к концу, минут 5. Твоя тема, да, диссертация, она посвящена тревожности. Сейчас мы разобрали такие страхи и ситуации экстремальные, но я даже не буду спрашивать о твоих советах, вот что касается этого, потому что, мне кажется, достаточно настроиться с тобою, посмотреть материал на твоем YouTube-канале, послушать, вообще влиться в это во все. И я думаю, что часть наших страхов, таких бытовых в том числе, они отпадут, или, по крайней мере, мы будем знать, что с этим делать. Тем более ты дал рекомендации, какие первые необходимые помощи. Ну вот, помимо страхов, у нас сейчас тревожность. Вот твое ощущение, прям в тему ты пишешь, в общих чертах, как бы особенности тревожности, может быть, в это время, там, не обязательно только сейчас, но и вообще, вот, и твои первые, как бы, замечания, что ты заметил, что тебе бросилось в глаза? Смотри, особенности тревожности. Ну, вот мы говорили о том, что повысился вот этот возрастной, да, как бы, например, ценз, то есть стали люди молодые тревожиться. Да, он не повысился, он понизился, ну, в сторону, в смысле, омоложение пошло, да. То есть, если первоначально статистика, ну, более ранняя там статистика, более предыдущих годов, говорила о том, что тревожность, как правило, это болезнь уже пожилых людей, вот, то сейчас этот процесс начал омолаживаться. И состояние тревожности, оно возникает, там видишь как, там есть личностная тревожность и ситуативная тревожность. Если раньше, когда у нас была статистика только пожилых людей, что у них повышенная тревожность, это был разговор как раз о том, что у них личностная тревожность повышена. Потому что ситуативно, ну, что-то происходит, ну, нормально, где-то там поволновались, где-то не поволновались. То сейчас в связи с тем, что вот этот вот внешний такой, да, весь у нас все окружающая наша среда, она постоянно нам транслирует то, что мы начинаем включать ситуативную тревожность. Причем она же транслирует не только через какие-то негативные проявления, да, там что-то произошло, там что-то случилось, ой, тут вот теперь карантин, да, она транслирует даже через ту повышенное количество информации, которая в нас сейчас вливается. Это тоже порождает тревожность. Вот. И происходит омоложение. С одной стороны, это минус, да, то есть общий фон всего человечества становится максимально тревожным. С другой стороны, это супер, потому что когда человек уже в возрасте, у него больше отговорок. Я это не могу, я то не могу. Потому что самое простое, что нас спасает от тревожности, это, опять же, наше тело, да, работа с нашим телом. Тревожность вызывает прежде всего, опять что, если страх прежде всего сбивает дыхание, то тревожность прежде всего вызывает напряжение в нашем теле. И поэтому вот любыми способами, да, мы можем снимать наше напряжение. Даже если мы встали и потянулись, когда у нас началось вот это вот, как же мне делать? Даже вот мы уже потянулись, мы уже сняли какое-то напряжение, и поток пошел. Кровообращение по-иному начало. Ну, в общем, там началась своя биохимия, и у нас уровень тревожности становится несколько другим. Самое простое, смотри, если взять две основные области, которые у нас чаще всего напряжены и которые классно снимать в каждой ситуации, когда мы чувствуем, что-то как-то вот страшновато, да? Это область скул и область плеч.
И это самое простое проверить, да, сразу себе вот сейчас, как раз так, вот плечи, так, чуть расслабили, скулы, расслабили. Вот, эти даже два действия, они начинают снимать напряжение с тела. Снимая напряжение с тела, они понижают тревожность. Это очень маленький-маленький кусочек, но тревожность он снимает. Спасибо. Ты будешь включать свои исследования вообще вот сейчас, эту ситуацию, как с этой пандемией, с этим, ну, вот с этим периодом времени? Ты будешь исследования проводить, ну, такие практические и теоретические? Будешь... Слушай, я уже на самом деле начал, я сделал два опросника на английском и на русском и разместил у себя на странице. Потому что я проводил уже опрос по этому опроснику, и были одни показатели. А вот сейчас, когда ситуация изменилась, да, и люди, ну, и как везде СМИ пишут, что у людей там повысилось, все там напряжены, то мне стало интересно, что СМИ говорят, это они говорят от ума. А вот то, что скажут тест, это совсем другое. Поэтому вот приглашаю всех пройти этот тест, поучаствовать в исследовании. Да, поучаствовать в исследовании я обязательно пройду. И вы, дорогие друзья, тоже переходите на страничку и, в общем, поучаствуем в общем деле. Есть такие замечательные люди, которые бдят, которые исследуют, которые продолжают, в общем, жить и такую деятельность активную даже во времена вот наших там сложностей и наших ограничений. Спасибо огромное. Вообще нет слов за такое для меня личный, да, мастер-класс. И я надеюсь, для наших зрителей тоже это неоценимый опыт. Большое-большое спасибо. Благодарю, Лена. Я прощаюсь с нашими зрителями, я прощаюсь с вами. И мы заканчиваем по традиции уже каждую нашу встречу. Такой полминуточки буквально тишины, выровнять пространство, может, еще раз соединиться именно на уровне сердца, создать вот то энергетическое информационное поле. Очень надеюсь, что будет продолжение, будут вопросы к вам, потому что вот мы не осветили эту тему, но напоследок как-то попробуем это показать, и с чувством благодарности, открытости о том, о чем мы сейчас говорили, и вспомнить людей, которых нет с нами, и, может быть, никогда уже не будут с нами, но, тем не менее, мы все вот в едином поле. Спасибо еще раз.